Всем привет! Мы не виделись с вами 100 лет. Короче, девочки, всем привет, всем приятного аппетита. Кто кушает вместе со мной, кто без меня. Это я, короче, не знаю, что ли Иринка сегодня приболела, то ли что. Короче, что у нас тут? Яички, кофеек, может, давление низкое, не знаю. Короче, яички посолить надо. Понимаете, да? Соль. Соль — это так-то яд, если что. Что-то у Ринки торчит непонятно откуда-то. Вот. Ой. Посолить. Но я сразу не солю. Я потом солю. Но мне так больше нравится. Не знаю, кому как. Ой, что, девочки? Почитала я ваши комменты, да. Пишут мне такие: а у Максима-то свадьба не 18 апреля, а 28-го. Так я очень рада, девочки, я в курсе. Что вы думаете, я не в курсе, что ли? Мне же Максим-то приглашал на свадьбу, а я отказалась. Ну, во-первых, меня Андрей не отпустил. Так бы я поехала. Понимаете, да? Кстати, полевское сметана. 15% жирности. Что-то не знаю. Хлеба я не хочу. Хочу я яички. Что-то полюбила Ринка яички. Сейчас сделаем глазунью. Оп. Оп. Хватит, то жирно будет, да? Хватит, то жирно. Ну, что тебе, Ирина Сергеевна, ничего не жирно. У меня еще, короче, сколько, 3 или 4 дня вот этот лежит вафельный тортик. Надо-ка его съесть. Понимаете? Чёлка-чёлка. Вчера видела соседа своего. Соседка говорит: о, нифига себе. А здесь чёлка так идёт. Я говорю: я пойду, и чёлка пойдёт. Так оно. Это что такое? Вот так вот. Где-то у Ринки есть, короче, это. А как это делается? Я же это деревня, не знаю. Вот так, наверное, да? Порежем на кусочечки. На маленькие. Вот. Спасибо, девочки, за ваши добрые комментарии. Да, вы правы. Пишут высеры, которые недовольны своей жизнью. И про свадьбу тоже они пишут. Я вообще не могу. Ой, девки. Я бы вам сказала, но я промолчу. Ну, как говорится, меньше знаете, крепче спите. То у вас опять сна не будет. Бедненькие. Кого-то, видать, Максим не пустил в свое жилье. Они сейчас бедные страдают. Страдаем мы без тебя. Ты просто не представляешь, да? О, смотрите, как яичко пожарилось, желток. Вкусно. Чуть-чуть, короче, пересолила. Но ничего. Мы исправим эту ситуацию. Да? Так вот, не знаю, что. Сегодня, короче, проснулась. Как будто я ночью вагоны разгружала. И не знаю почему. Что это такое со мной? Вот так, знаете, мы поедем в путешествие.
Ну ладно, поезд-то ночью идет. Поезд идет там в 3:18, так что нормально, Иринка не проспит. Да? Ну так вот. Ну, там пишете, никуда ты не поедешь. Ну, вон, девочки, откуда вы знаете? Откуда вы знаете мои планы? Вы же даже не знаете, где я нахожусь, когда и с кем. И что мы делаем. Кого-то, видать, так кекса не хватает. Ну, кто-то очень страдает поэтому. А Ирина Сергеевна не страдает. Короче, слушайте. Но у нас же это хорошо, сарафанное радио работает. Да? Добавляется мне, короче, вчера. По-моему, вчера. Бабуся Валентина. Бабуся Валентина добавляется. Короче, я не принимаю, я отклоняю запрос. А контакт девочки добавляется. Ну, если вам... Очень интересно, контакт. Я не принимаю, я отклоняю дружбу. Ну, зачем? Если интересно, добавляйтесь в группу ВКонтакте. А тут она мне сегодня пишет комментарии. Злая, короче, как собака. Он пишет мне, что я жирная, а сама дюймовочка. Ну и чего, я жирная, зато меня хорошо любят. Ну и что, что у меня нету зубов? Они, ну, кстати, и без зубов, знаете, хорошо живется. Все жуется. Вы там все интересовались. Ну как же ты, Ирина Сергеевна, жуешь? Да нормально, детки, жую я, не переживайте. Нижний есть. Ну и тут 3 зуба есть. Пока есть. Пока хейтеры меня не нашли, пока есть. Ну так вот. Как ты живешь? Нормально. И не страдаю, не плачу. Что вам еще сказать? Ой, даже не знаю. Живу своей жизнью. Никого не обсуждаю. Никакое. Ну, надо будет, Ирина Сергеевна похудеет когда-нибудь. Короче, знаете что? Мне подруга, конечно, говорит, что я это, немножко того. Ну, нету у Иринки силы воли, короче, похудеть. Понимаете? Кто хочет, тот худеет. Вот. У меня тут, короче... Решила его отрезать. Ну, чтобы стать дюймовочкой. Ну что, сейчас тебе отрезать? Вот так, короче, отрезал и все. Хирургическим способом. Ой, ножик упал. Кто придет? Что это такое? Что это за страдания такие? Вы знаете... А подруга меня не поддерживает. Ты что, говорит, совсем ку-ку? А я что? Да, совсем ку-ку. Она говорит, смотри, говорит, лето настанет. Я тебя, говорит, галим. Галим. Отправлю на дачу. Я говорю, зачем? Он говорит, работать будешь? Я говорю, не... Боже упаси, это не мое. Но
Ну так вот. А насчет свадьбы, да? Солнечного, да ладно, чё? Пускай женится, нам чё, жалко, что ли? Не, мы не страдаем. А вот вы, девки, страдаете. Понимаете? У вас нету этого. А кого у вас нету? Не знаю даже. Вот. Короче, что еще надо? Хотела погулять сходить. Что-то Иринке так лень. То ли у меня давление низкое, то ли что. Что-то лень. Я поесть-то села, знаете. Вроде не хочу, а надо. Сейчас не поем, потом ночью буду есть. Да? Вот зараза. Ничего мы подобрали. Так что, девочки. Не надо вам печалиться. У вас вся жизнь впереди. Наверное, не знаю. Я, короче, как вспомню это про вчерашние комментарии. Не Арина, я все купила цветы. Сама, говорит, купила. Может, больше не носит складбище. Ой. Ну, смотрите, ну задела же, да, женщину, задела. Не знаю, Андрюша мне с помойки цветы не приносил. Мне кажется, у вас это там люка. Да. Если бы не было у вас так печали. Ой, главное, чтобы тарелка не упала. Тарелка-то одна. Дефицит. Не так вот бывает. Дефицит. Очень большой дефицит, девочки. Вообще я хотела сделать салат. У меня есть яблоко. Морковка. Сделать салат яблоко, морковка, что-то не сделал. Ну, лень, матушка, понимаете? Ну, так она у тебя всегда есть. Чё ты говоришь? Вообще не говорите. Ой. Как-то так. Блин, пролежала она несколько дней, что-то такая твёрденькая стала. Знаете, почему я ломаю? Потому что кусать-то нечем, девочки. А, кстати, кто хочет, чтобы я попала на свадьбу к Максиму, там номер карточки есть. В описании я успею как раз. Денег на билет нет. Тетка принесла помидоры. Да, тетка меня любит. Она мне не только помидоры принесла, еще и рулет. Вот так вот. А я же у нее одна племянница, родная. Вот так вот, девочки. А Марку? Ну, кстати, это... Черемуха листья дала. Не знаю, есть в Крыму нету черемухи, но у нас есть.
Мама все спрашивала, а что такое ярка? Ну, ягода, в том году. Говорит, на что она похожа? Я не знаю, что, на что похожа ярка. Наверное, на чернику. На что похожа ягода ярка? Да вообще не знаю. Вы знаете, напишите. Ну, если вам не трудно, на что похожа ярка? А, тут, короче, еще с Ирен вчера разговаривал. С Ирен, ну, модератор мой, Ирен. Ну, босоножки, я босоножки все на лето ищу. Ну, девочки, что вы? Она мне сегодня еще отправила несколько вариантов. Но не мое, не нравится мне такой вариант. Она говорит, я тебе закажу галоши, будешь носить. Ну, галоши так галоши. Да? Что теперь делать? Галоши, так галоши. Кстати, я не знаю, с чем это вафля. Ну, я не знаю, тут какой-то, короче, крем. Такие тоненькие-тоненькие вафли. Ну, видите, совсем чуть-чуть помазано. Это чтобы это... Товарищи не набирали жир. Но это не на вафельнице. Это, эти вафли сделаны не на вафельнице. Вы знаете, советские вафельницы. У меня там где-то есть. Там, там. У меня и орешница есть. Ну так вот. У Ленки все есть, кроме совести. Понимаете? Даже как-то так. Я знаю, вы, конечно, пальцы не облизываете. Ну что, девочки? Что теперь? Ну-ка, сейчас минутку. У нас сегодня, короче, воскресенье. Сегодня должна мусорка приехать. Вот ее нету. Мусорки. Так, вот не знаю, съесть апельсин, мандарин не съесть. Ну-ка, девки, расскажите, я сегодня проснулась, у меня тут такие синяка, синяка. Почему у меня синяки? От чего? Ну-ка, мои врачи, напишите. У меня вот, допустим, у тетки в родной, у нее всю жизнь синяки под глазами. Ну, что такое? Ну, это, видать, природное. Когда Елена Сергеевна хорошо выспится, у нее синяков нет. Это тут имейте в виду. Ну что теперь делать? Синяки украшают женщин, понимаете? Вот так вот. Да что? Не знаю, не хочу. Что-то у меня нету аппетита. Яйки-то еле запихала. А вот вафельница, вафельница, знаете, вафля, вафля. Хорошо зашла, только так. Вкусно. А, так что не забываем подписываться на группу ВК. Я там все еще комментарии не открыла.
Ой, ну открой, девочки, открой, я комментарий, ну что вы привязались ко мне? У Ринки столько дел, столько дел, столько забот, никак не могу открыть. Вот так вот. Это у тебя нос картошкой. Да ни хера мне не картошкой. Я самая красивая девушка в мире. Королева. Без колонки. Вы помните кино советское? Королева бензоколонки. Кстати, прикольное кино. Мне очень нравится. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. О! Налей и жди. О! Вся жизнь впереди. О! Я пошла лечиться, девочки. Так что все. Кащенко, Кащенко, Кащенко. Ты у меня сегодня глаза как-то заплыли, как будто Ирина Сергеевна неделю бухала. Надо, короче, мне вот тут одно веко потянуть, чтобы шире мои глазки были. Да? Вот так вот. И вот так вот. Представляете, Ирина Сергеевна к Максиму на свадьбу приедет вот в таком виде. Ну, все в жизни бывает. Не, мне так не идет, кажется. Некрасиво, да? Морщины повылазили сразу. Ну, хотя у Ирины ни одной морщинки нет. Че это за торчок такой сегодня? Не знаю, торчит и торчит. Вот так вот. Все, я наелась. А вы наелись? Тоши, девки, я коплю на операцию по удалению пуза. Можно все обрезать, и будет тонкая талия. Потом, девки, вообще там... Потом вы вообще с ума сойдете, скажете, ага, я вот жирная, а она худая, что мне делать? Что делать? Тоже обрезать. Все будет по красоте. Вот так вот. Обрежь, и все будет супер-пупер. Шметана. Шметана свежая. Полевское. Всем пока-пока. Все, всем девочкам хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо, девочки, за хорошие комментарии. Люблю, целую. Макса Солнечного. Ой, девки, я не могу. Вы там такие страсти пишете. Я ж балдею, когда читаю. Ну, мы это... Не скажу, с кем на пару читаем. И угораем над вашими комментами. Ну что? Ну, если у вас не все дома. Ку-ку, как говорится. Ка-ка. Вот так вот. У нас там, представляете, дети сегодня опять гуляют. Орут. Орут. Все. Всем хорошего настроения. Всем до свидусь, покидусь. Чао, бамино, сеньорито. Пока.